хрен пойми, докуда едет. Ладно, сейчас просто сниму. Эх, я бы доехал сейчас на ней и обратно бы доехал до Варшавской, но не успею я на 21.08, но хотя бы сниму просто. Вот такие нам бы обычные елки красно-серые, тогда было бы ок, а не вот эти, блядь, узкие откидыши. Такие как-то более приятнее, более комфортные. Это 4.0.472. Ожерелье Москва. П2К шумит. Видать, разделяются. Даже видно немножко. Еще там что-то что ли идет. Опять как дальнячок, что ли, походит какой-то. Да вроде нет, электрон, но только что-то тоже, видать, мимо. А, это Аэроэкспресс. 0002. Красавчик. Интересно, что в этот раз у нас? Обычная D4M. Скучная. 300-я. Такая вот у нас получается из аэропорта Домодедово. Продолжение следует...
Бля, хамуха тоже обычная. Точнее сказать, не кософарик. Ну ладно. Посмотрим, что у нас там. О, нормально. 43-я. Всяко лучше. О, 0002. О, блядь, русский откидыш. Весит 14-й. Сколько у вас там ездит? Переход на станцию Тульская, Серпуховская, Тимирязевская линии. Опа, вот 47-й маршрут. Следующая остановка на Гатчинской, осторожно, не закрывайся.
набралось народу. Просто жесть. Пизда. Вот немножко удовольствия. Ой, какое-то разнообразие. Варшавская БКЛ. Так, Варшавка туда. Симпатично. Ярко. Тун-тун-тун. Конец надо. Короче, не буду я спешить на 21.59. Пусть не 22.00. Я просто за 4 минуты не успею добежать. Я, блин, не такой быстрый, чтобы бегать 4 минуты. Так что пофиг. Дорогие пассажиры, участок Автозаводская Электро-Самоскворецкой линии снова открыт. Стройте привычные, удобные маршруты. Что делают? Интересно, что будет. Авиамоторная.
едет, походу, обычная красно-серая. Блин, ну ладно. Через 50 я буду на 42-м. И минут 22 еще до дома. А, сегодня больше снимать не буду. Как бы и так вчера вот этот отрезок я снимал. Так что на этом заканчиваем ролик. Короче, продолжение следует. Я передумал. Я еще немножко поснимаю. Хоть ничего не видно. Ну и ладно. 22:07 до станции ипподром. Перово. Ну да, Перово.
пожалуйста. Следующая остановка Удельная. Еще где-то 22-23 минуты идти пешком. Хотелось бы, конечно, быстрее. Ну ладно, там уж пойдет. В принципе, вот на этом можно закончить съемку. Хотя сейчас Амелка пройдет. И вот после нее уже можно завершать съемочку. Вообще никого на платформе практически. Так, осторожно. Тут что-то дальше покрасили их. Лестницы эти. Еще один стандарт плюс без остановок. Вот теперь все.